Рабочий выезд сегодня на гостевую трассу Новороссийск-Керченский пролив. По ходу движения глава города высказывает недовольство работой отдела по транспорту и связи. К выполнению поручения Сергеева демонтировать дорожные знаки с опор линии электропередачи даже не приступали. Вот знак нормальный, на стойке, понимаете? А в колхоз превращать Анапу не надо. Так у нас кроме краевой дороги в центре, посмотрите, сколько их на столбах висит. По одному в день 365 знаков в год получится. Мы все уберем, понимаете? И совершенно другая эстетика будет на проезжей части. На трассе несколько дней, как резко осложнилась дорожная обстановка. Ремонт брошен на полдороги. Из-под колес автомобилей летит гравий и бьет стекла встречных машин. Неважно, что трасса федеральная, она в границах Анапы. А значит, городским службам надо контролировать качество работ. А эти все включают. Они и технику безопасности включают, формы 2, когда принимают. Спросите у Владимира Ильича, когда они им оплачивают дороги, так? Они все включают, и освещение ночное включают, и еще черти чего только не включают туда. И деньги получают. А где, покажите, где наша роль сейчас? Почему они в таком виде бросили дорогу? Позиция дорожной полиции тоже непонятна. На таких вот небезопасных участках должен дежурить экипаж. Тогда лихачей будет в разы меньше, а значит и дорожных происшествий. Глава Анапы ждет действенных мер на высказанные им замечания.